Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Это Блиц с мастером. И мастер, конечно, попался. На самом деле, мастер-то отлично играл, что ты зря говоришь. Мастер на загляденье попался. А, мы его ждали. Это наш парень. Что за ход ферзь b3? Ну, напал на пешку. Почему бы и нет? А почему? Вот, да. Это b6. Конь b5. Тоска просто невероятная. Конь b5. b5? Есть ход конь b5. Туда слон b4 придется сдаться. Поэтому, наверное, рокируем. Почему придется сдаться? Потому что потом еще после отхода короля коня нашего заберут. Поэтому придется поменять ферзей, да? Конечно. Дебилист, конечно, редкостный. Так, где радость за белых? Белые должны получать перевес по дебюту. Ну, не судьба, не всегда получается. Белые его не получили. Спрашивается, что за идиот играл за белых? Логично. Будто ты сам не знаешь, что за идиот играл за белых. Ну, почему вы сейчас не пойти h4? Не, погоди, тут важный момент. Если есть какой-то перевес, надо вот сейчас его фиксировать, чтобы потом уже совсем ничего не будет. Ты считаешь конь c6 и e5? Не, ладья h6, наверное, что. Так, немножко у меня подлагивает, во-первых. Все немножко подлагивает. Прискорбно. Так, ну вот он куда-то тут нацелился. Ну, можем взять на c6, но тогда возьмут на c3, возьмут на e4. Правда, там будет чуть-чуть лучше у нас. У нас будет лишняя пешка, нет? Нет, лишней пешки не будет. Но будет чуть-чуть лучше. Надо пешкой брать. Не знаю, как вот тут поточнее сыграть. А ладья c7. c4, наверное, просто, да? Зачем c4? Пешки должны идти в ферзи. А вор должен сидеть в тюрьме. Ты сейчас такие странные. Очень-очень странные. Я рассказал тонкости шахматной игры. Особенно про того, про то, как где и как должен сидеть вор. Конечно. Ну какой план? Реализация. До меня еще рассказали все. Ну какой план? Толкать пешки, если повезет, то пройдут, если нет, то будет ничья. Здорово. Я склоняюсь к тому, что будет ничья, конечно. Стоп, b4. Сами, что вам дает возможность b4 пойти, видимо, там хотят. А, там конь d3. Хотя конь d3 я же могу. Слон e3. Не, слон e3, ладья, конь b4, все поменялось. Конь d3. Да, это противный ход. Что-то я тут не вижу нормального способа получить перевес. Я знаю, чем все закончится. Ничей. Матом по восьмой. Каким матом? Скажешь тоже. Моим матом. Или матом зрителей. Твоим матом точно может закончиться, да. Матом зрителей, посмотревшего этот ролик. Ну, слон d2. Или слон d6. Слон d6, да. Ну, все равно это мало очень. Слон d6, попробуем. Пешку зеваем. Какую пешку? Ну, а как ее? Ну, все пешки не защитишь. Мы на а7 отберем. Это ничья. Он сейчас зайдет в тыл к пешке. Ладья c2 будет сыгран. Да, ну надо вести нашу. Нет, есть шанс в том, что... Да, уже, наверное, нет. Понимаешь, мы не можем слона поставить. В каком смысле? Чтобы держать на f2. Так, надо еще мат не получить сейчас. Он хочет g4 и мат дать. Нам надо убегать королем просто. Вот это уже интереснее. Все, пошли за пешкой. Не, ну король тут под всякими шахами, все это не может работать, я считаю. Да, ничья должна быть очень простой. А ладья b3 будет сыграна, да? Кстати, да, еще могут быть проблемы, потому что у нас очень мало времени. Так, ну это можно ничью сразу сделать. Наверное, надо, что иначе он на d5 встанет, хотя... Можно уже вперед пройти, на да? Шах и b7. Шах. Куда? Не очень понятно, что дальше после этого делать. Короля вести на e5. Ну, куда-то короля вести надо, куда непонятно. Идем вперед, да? Да, только ты сейчас зевнешь какую-нибудь вилку и уронишь вас.
Ну да, это возможно. Как тебе перспективка? Ну что ж поделаешь. Что будет весело. Ну вот Да. сейчас. Он, кстати, он на мат напал, что ли? F5 это мат? Да. Впечатляюще. 7 Есть секунд. идеи, как защищаться от него? Нет. У меня тоже. Слушай, это потрясающе. Как король умудрился попасть мат на пустой доске. Придется сдаться. А что делать? Ничего, мат на F5. Как Симпатичный. неожиданно. Не, надо было, конечно, просто